Пришли за стабилизатором наконец-то. Сейчас молодой человек нам быстро останется. И поедем домой. Сегодня спали с маленькой всего 3 часа. Мы еще стоит из Сайка заберем. Ну нет, конечно, по пути. Курточки ставим. Сейчас курточку химчистку надо давать. Облил бензином ее на заправке. Достал пистолет, а он чел не шел. Нет? Нет, без денег, но получаю без денег. Ну, теперь видео не будет трясти. Ага. То есть вот таких вот трясок не будет, будет нормально. На канале появится нормальное видео. Маденчина. Ну да, я знал, что это маденчина. Сейчас я еще телефон снесу в ноль после обновления, чтобы дерганий не было. Еще будет супер. Вот. Фотосклад РУ, да, получается? Да. Вот такой. Сказали, гарантия у них от магазина, если что-то с ним случится, то его просто приносим, его диагностируют и обменивают, то есть его не если чинят. Если заводской брак, да? Да. Ну, получается, или заказывать из Китая, где да, и вообще гарантии никакой нету, да. А по России цена вот этого самого дешевого получилась. То есть на 7400, сколько? 90. 7490. Причем доставка до Перми, у них сеть магазинов в Перми. Короче, мы смотрели на Алиэкспресс, В этот момент, когда мы заказывали здесь 7400, на Алиэкспресс он стоил 8 в среднем. Где-то 6 копейками, но там 6 копейками вообще непонятно. Да не, я не видела 6. А сколько в видел? В России я не видела. Вот это самое дешевое. Через Али, это с Китая. Ну, с Китая самую дешевую какая цену мы находили? Ну, 6800. И там писали люди, что многим не пришло, да? Да, что ломаный пришел. Да. Так что, красота, ребят, будем пользоваться. Угу. Ребят, вот он долгожданный стабилизатор видео, который я выпрашивал долго-долго у Марины, и все-таки она разрешила мне его купить. Я вообще его купила на 23 февраля. Саша встал в позу, сказал, что это не подарок на 23 февраля. Ребята, это семейный канал, чтобы всем было хорошо, чтобы видео было стабилизировано, и теперь оно будет сниматься на этот телефон, который мы покупали именно, это Galaxy S8 для канала влогового, и стабилизатор, соответственно, для также видео. На YouTube много обзоров, вот именно вот этих вот, именно стабилизаторов, с ссылками в описании, мы ссылки никакие в описании оставлять не будем, потому что это не реклама, и если хотите посмотреть, как вообще этот стабилизатор стабилизирует, он всегда будет именно снимать вместе с этим телефоном, всегда, то есть вы можете потом после этого обзора смотреть видео, и там 100% снимается на этот стабилизатор. То есть, и вы увидите качество съемки, то есть, это вот именно не реклама. Брали цена-качество, то есть, именно с хорошей батареей, и что можно заряжать, если вдруг напросто телефон разряжается. Мы втыкаем, сейчас откроем, посмотрим. Там есть разъем по USB. Так, красивенько разрежем. Нам в магазине сказали, что он не русифицирован. Да, но пообещали гарантию на него. В любом случае, если он сломается, нам сказали, приносим, делают они диагностику и обменивают. То есть гарантия от магазина, да. Один год. Да, Маринка мне настряпала и всяких булочек. Настя вот шоколадных настряпала булочек. Печененки, это у нее пробный вариант был. Да. О, красота. Сейчас посмотрим, как все это. Ребят, на самом деле, обзоры смотрел некоторые, но достаю первый раз, в руках держу первый раз. Ау, ау. Так. Ох, может, посмотрим. Стул подвинем, чтобы не мешал, да? Вот так вот. Так нормально? Так, подойду поближе. Сейчас мы коробку так вот откроем. Может, уберем булочку? Не мешай. Давай уберем, а что они лежат? Давай уберем. Угу. Стол, кстати, уже ребята успели закосячить, почему антивандальной краской я просил сделать, видите, все равно людей лаком не помогло. Ну мы брали стол, чтобы им пользоваться, а не чтобы смотреть на него. Ну да, ножами не по нему фигачить. Угу. Так, ладно, это нам не нужно. Он в таком чехле. Да, он такой плотненький, как раз если далеко куда-то везти его с собой. Вот мы собрались с тобой в магазин, а его же заряжать надо сейчас. Зачем? Он же все равно заряженный. Сейчас посмотрим, сколько его хватит. Там зарядка там у него есть. Это пластиковая? Вот это? Да. Ну да, пластик получается такой внутри и снаружи какой-то такой кирканем обработанный. Ну, все обзоры, кто смотрел, и скорее всего, кто смотрит этот обзор, они искали именно этот стабилизатор, они видели, что там есть ремешок. Ни к чему, инструкция. На китайском? Нет, на английском. Ничего интересного. Открываем. Эту штуку надо выкинуть обязательно. Детей держите подальше от них, потому что может ребенок отравиться этими конфетками, я не знаю, как их назвать. О, офигенно, ребят. Классно. А где провод для зарядки? Микро-USB? Да. А, вот здесь лежит. Ничего себе, я пропустил, что ли?
Да, вот здесь. Так, ты бы его выкинул. Да нет, я его не выкинул. У меня просто зарядка от Samsung есть, от старого. То есть тут не Type-C, тут обыкновенная microUSB. Кстати, вот показать, шнурочек такой мягенький, но от него толку никакого, потому что у меня зарядка есть, я им пользоваться не буду. То есть он будет также лежать для следующего хозяина, потому что я потом этот стабилизатор через год продам, куплю что-то поновее. Ну, джойстик такой мягенький. Вообще стабилизатором, ребят, пользуюсь первый раз. Вот, кстати, я говорил про USB. Он сам тяжеленький? Угу. Или легкий? Я спрашиваю, потому что держать, скорее всего, придется мне, поэтому я заранее. Да не, он не тяжелый. Я бы не сказал, что он тяжелый, но вот пипочку уже я уже успел достать. Сломал? Нет, она выдержалась. Покажу ближе. Ну, видно. Вот она. Отсюда я потом в дырочку вставлю, это вот такой резин. Так валяется. Уже успел сломать, да? Это вообще. Так, теперь, я как помню, надо его телефон вставить и, получается, отрегулировать. Регулятор. Так, откручиваем. Все механически, все ручное, ничего автоматического. Ну, а что ты хотела автоматическое? Ну так, интересно. Ставил, он тебя под размер уже сам подобрал. Вообще первый раз такое слышу, если честно. Может быть, какие-то есть такие стабилизаторы, но... Ну все, в принципе, он уперся в резинку. Микрофон не перекрывает никак. Теперь надо отстабилизировать так, чтобы он... Когда стоишь так, то ставишь, он не падал. То есть это делается очень просто. Раз мы пользоваться будем только этим телефоном, то есть мы под него регулируем. Так, стоять. Чуть. Для чего это, ребят, делается? Для того, чтобы моторчик меньше напрягался. Ну, в принципе, как-то так. Да? И так болтаться будет? Ну-ка, чуть-чуть его сюда еще. В смысле, так болтаться будет? Вот так. Да. Так и будем снимать. Ну, в принципе, я думаю, что этого достаточно, поэтому можем закрутить. Да. По часовой стрелке закручиваем, против часовой стрелки откручиваем. Так, ну и все получается, да? Да, это вот так подкрутим. Ну, все. Да, я так понимаю. Теперь удерживаем. Ну, что ты? Отключаешься. Алло! Так он севший, наверное. Да не, если он севший, то это вообще будет жопа. Почему? А вот кнопка включения. Чувак! Я почему? Так. Ну-ка, сейчас включим. А, ну понятно, короче, что ничего не понятно. Короче. Телефон великоват? Нет. Ты его неправильно вставил? Да, я не знаю, сейчас давай сделаем так, вот. Что он хочет вообще от меня? Может, картинки посмотреть или инструкцию почитать? Угу. Русский картинки не читает. Все, готово? Вот он. Встал, получается. Кстати, меня беспокоил вопрос, будет ли шуметь. Шумит? Небольшие шумы есть, вот давай поближе поднесем. Давай. То есть это прям вот как бы слышно. Чуть-чуть прям вообще, вот я не знаю, будет слышно или нет. Или наши соседи. Даже на таком расстоянии не слышу. Это что? Да, за звук. ХЗ. А? ХЗ. Так. Что делаешь? Слушаю соседей, как с ума сходят. Ну, вроде бы как бы вот вроде все отрегулировал, сейчас посмотрим.
Сейчас посмотрим, чай, как он себя будет вести. Слышали, да, звуки, ребят? Очень, кстати, напугали мне эти звуки. Непонятно, что там произошло с моторчиком. Давай посмотрим. О, встал. Теперь включи запись у себя на. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Чуть-чуть прям такое шипение есть. То, что он рядом с телефоном, возможно, будет звук, да, слышен? Не знаю, ребят, если будет звук слышен, я, конечно, об этом расскажу. Это, получается, будет бесполезная покупка. Так, так. Ну-ка, жестиком. Там все интуитивно и понятно? Ну да, в принципе. Так вот делаешь. Так, давай запишем просто-напросто пробное видео. Давай. Ну, допустим. Так, ты вот на себя. На меня? Да. Вот так вот. На меня, да? А так не видно, что ты снимаешь? Нет, то есть ты говоришь основной камер на меня или что? Да. Вот этот. Чик-чик-чик-чик-чик. Ну, блин, звуки-то слышно, ребята, вот послушайте. Никто, кстати, из обладчиков вот этого не сказал, смотрите. Ну, я вот нахожусь в расстоянии, может, 30 сантиметров, я не слышу. А ты прислушайся. Слушай. Ну, совсем, совсем мало. Ну, я так думаю, что на телефоне-то это будет слышно. Короче, ребят, я не знаю, впечатление двух як такое... Я прям слышу, как двигатели работают. Давай, допустим, включим, ладно. Угу. Можно еще так, получается, выбирать. Не знаю, ребят, короче, у меня что-то так это, очково. Что-то ты расстроился, гляжу. Угу. Ты его так хотел. Так ни хотел один из обзорщиков, ребят, не сказал, что у него очень сильно шумят двигателя. Очень, я слышу. Механизмы, да? Да. Угу. Можно еще так, получается, выбирать. Не знаю, ребят, короче, у меня что-то так это, очково. Что-то ты расстроился, гляжу. Угу. Ты его так хотел. Ни один из обзорщиков, ребят, не сказал, что у него очень сильно шумят двигателя. Очень, я слышу их. Да. Это, ребят, у нас на ремонте все стоит, у нас все ремонт скоро будет. В марте. Да, да, да. Перенеслось, мы должны были делать ремонт. В феврале все перенеслось. На движущийся предмет, давай я потанцую. Ты потанцуешь? Я шевелюсь. Что ты хочешь как бы потанцевать? Мне просто интересно стало. А? Ну, я просто двигаюсь, он должен со мной плавно тоже двигаться. Нет, так это плавно двигаться, это выбирать надо функцию специально, чтобы двигаться. Это стабилизация, я так понимаю, включена у меня на телефоне. И стабилизация работает, получается, на стабилизаторе вот этом. Но! Вот так джойстик, видишь, вверх-вниз делаешь. Видишь, направляешь вверх-вниз, и камера получается, ну, сам телефон двигается вверх-вниз, видишь, uh-huh. Точки двигают. Не знаю, ребят, сейчас я переверну, получается, на основную камеру, посмотрим, как это выглядит. То есть сейчас мы сделаем раз, два, три. Опа. Здесь, видишь, надо понимать, вот какой ты объем камеры попал, в лес ли ты. Короче, снова вот делаем, вот так вот, раз, два, три. Ну, раз, два, три. Эй! Ребят, короче, раз, два, три. Разные кнопочки, да? Надо еще привыкать. Ну, а в целом, как ты думаешь, нормально? Сейчас поедем в машине и там посмотрим. Ну-ка, потому что в машине конкретно видно тряска. На, держись пока, поснимай, попробуй. Я по машину звезду. У нас, ребят, мороз. Ну, не знаю. Вот у меня двухъякое ощущение насчет этого. Ну он так плавно, вот я поворачиваюсь, он за мной так плавно. Да. Вот. Плавно-то плавно. Но вот то, что, ребят, шумы какие-то, мне кажется, если я, допустим, снимаю телефон, это будет пипец. Ай, Сашка, вечно всем недоволен. Да нет, думаю, будет все равно качество видео лучше, чем было. Снежок у нас мелкий идет, в глаза попадает.
сейчас у нас холодно, минус 16 на улице. Мы поехали Саше ключницу покупать, это он, у него вся прохудилась. Знаете, сколько лет этой ключнице, ребят? Лет 5. Ты гонишь, что ли? Сколько? Шкода была, Октавия у нас машина. Че? Это был 2007 год. 11 лет, ребята. О, посмотрите, какая ключница. 11 лет. Мы из ключи вылазили. Мы вчера помыли машинку. Наконец-то мы собрали все полностью панель. Я отдавал панель, получается. А ты джойстиком можешь вниз-вверх попробовать регулировать. Вверх-вниз. Видишь? А что-то ниже-то не делается? Так ты сделай джойстик. Вниз так раз. Поняла? Вверх. Поняла. То есть не нажимать, а... Мы отдавали пластик в реставрацию. Получается, покрасили пластик, он не покажет. Сейчас я открою. Вот там получается пластик. Сейчас, смотришь, как. Надо учиться. Короче, там, ребята, пластик, который по бокам взяли. Когда мы сядем, я покажу. Вот так. Мы отдавали на реставрацию, и получается, все стало очень красиво. Вышло все 800 рублей. Вышло бы, конечно, еще дешевле. Если бы я сам не решил реставрировать и сам не решил красить. Да, красить. Саша сначала потратил на краску, на лак. Американскую хорошую купил. Еще лак, на какую-то зачистку, хорошую. По-моему. Ну, ребят, если руки не заточены под то, что красить, не лезьте. Отдайте лучше 800 рублей. Вам профессиональные эти кузовники покрасят, если это пластик, потому что у них есть опыт по реставрации такого пластика. Ну, потому что года 2-3 пользуешься, и царять царапина. А так как у нас семья еще любит как бы все это, ну как бы все по это подобивать. Ну, кто-то вообще ездит, не обращает внимания. У нас Саша очень дотошный, он на все обращает внимание, на каждую зацепку, на каждую пылинку, на каждую царапину. Меня бесит, когда есть царапина. Да. Вот стол новый привезли. Ну, мы его привезли не для красоты, а чтобы им пользоваться. Понятно, так или иначе будут на нем царапки. Потом один может. День, сутки прошли, да, двое суток. Там появилась, ну такая совсем маленькая, ну там до сантиметра нет. Все увидел, все уже высказал. Ну все. А как выключаем красную? Нет. Саша, как мне выключить? Как выключить? А я ее нажала, он стал вообще прыгать. Как прыгать стал? Вот пластик, который Саша отреставрировал. Вот, это просто замерзло, ребят. Вот. И смотрите, как получилось теперь. Я убрал прикуривателя, он Маришка покажет сейчас. Раз я не курю, получается, я убрал прикуривателя полностью и сделал такую штучку, видите? То есть здесь у нас флешка под музыку, фильмы. Под магнитолу, да. Да, ну под магнитолу. Магнитола у нас. А здесь у нас получается зарядка для айфона и получается зарядка для Samsung. Все 2.1 получаем первый. И все работает, все шикарно, ребят. Все классно. Вот так вот у нас выглядит. Вот такой подарок сын мне сейчас сделал. Видите, лежит. Нет, я еще не вот. Вижу. Я еще учусь, да. Вот такой вот подарок, видите, красивенький. Все это я думаю, кружечка. Там даже написано здесь. Слава. Слава, да. Такая кружечка у меня будет дома стоять. Красиво. Ну, ребят, я не знаю, как, кому как. Я дотошный человек в плане того, что всяких царапин и тому подобное. Я не люблю этого всего. Вот. Мне надо было отреставрировать, я отреставрировал. Единственное, вчера вот мыли тряпкой, вот так вот потерли, получается, вот следы сейчас замерзло, осталось, это все пройдет. Как высохнет. Ну, вот как-то так. Вот видите, ну я считаю, что вообще просто супер. Кто курит, конечно, его прикуритель он не будет убирать. А я вот не курю, мне вот он нафиг не нужен прикуритель. И здесь вот так хорошо. Свет прям такой. И показывает, сколько сейчас у меня вольтаж. То есть он все показывает в реальном времени. Все красный цвет. Подсветка у нас приборов тоже красная у машины. То есть, соответственно, все в красную подсветку. Круто я сделал! И ушло у меня это, ну, недолго, в принципе. Только единственное, что вот ждал с Китая, с Алиэкспресса, это все дело. Еще какую-то запчасть заказывал, которую мы так и не получили. А, ну, переходник. Это переходник. Я думал, что это... Тут USB 3.0 получается флешка. И флешка тоже как бы скорость, это USB 3.0, ну, чтобы быстрее данные передавались. Вот. И надо, я думал, переходник нужен будет, магнитолу. Нет, не надо, не понадобилось. Магнитолу там все хорошо, как бы это, с той стороны вход USB. Все, ребят, мы поехали. Получается, машинка уже нагрелась. Вот, обязательно прогревайте машину, чтобы машина не кушала масло зимой. Все, включаемся, учимся.